Впервые общественную благотворительную рождественскую елку в России нарядили в Санкт-Петербурге 165 лет назад, 7 января 1852 года. С тех пор торжественная традиция прижилась по всей стране. Не исключение и Тульская епархия, где на традиционную архиерейскую елку в Академическом театре драмы собираются сотни юных туликов. Каждый год мы приходим посмотреть епархиальную елку. Спектакли обычно красочные и яркие, и этот не будет исключением. В этом году будет присутствовать на спектакле и митрополит Алексей, который разделит с нами рождественскую радость. Митрополит Тульский Ефремовский Алексей разделил праздничное настроение с гостями торжества, по случаю которого творческий коллектив драматического театра подготовил спектакль «Фантазию. Сказка рождественской ночи». В музыкальном представлении говорилось о семье Ёлкиных, где мама всегда была занята своими делами, а папа работал далеко от дома. Девочка Маша при помощи оживших рождественский сочельник игрушек, доброй крестной и ее волшебного граммофона смогла спасти город от снежного плена, за что рождественская звезда исполнила ее самое заветное желание – встретить праздник Христова Рождества с мамой и папой. Мне очень хотелось в этот радостный, светлый день праздника Христова Рождества встретиться с вами не только в наших чудесных православных храмах на молитве, но и здесь, в этом храме искусства в нашем славном городе героев Туле, в нашей рождественской елочке и в кругу таких замечательных людей, как Машенька, ее родители, ее прекрасная крестная и все их друзья, и вместе с ними научиться любить Бога, любить друг друга, дарить всем счастье, радость, свою заботу, свою ласку и свое тепло. С Рождеством Христовым! И да будут милости великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми нами. Спасибо вам, что пришли к нам в гости. Будьте счастливы и Богом хранимы. С праздником! Я приехал из города Богородск. Мне бабушка говорила, что приехал родился Христос. И я об этом знаю. Родился Христос, и я хочу ему спеть песенку. Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Вы, люди, ликуйте все, днесь Христово, Рождество.